ребята, которые требуют дополнительного внимания, дополнительной заботы со стороны государства, взрослых и так далее. В разных ситуациях, которые находятся, и требуется немножко более тепло, более душевно отнестись к их мечте, к их пожеланиям. Ипатова Ксения, 16 лет. Мечтаю побывать на спектакле и попасть в закулисье. В благотворительной акции, где чиновники исполняют мечты детей, наш край принимает участие каждый год. Нынче губернатор исполнит желание двоих детей. Та самая Ксения Ипатова попадет в театральное закулисье, другой девочке подарит портативную колонку. Девочке Алисе, 8-летней, достанутся от меня коньки, которые она попросила, беленькие, главное, беленькие колючки, я и купил. А это еще одна елка желаний. Расположилась она в ОКЗС, и Деда Мороза здесь замещали депутаты. Коньки, куклы, конструктор Лего, подарков было много. В сказку благодаря народным избранникам поверят десятки ребятишек, у которых в жизни все непросто. Не оставит без внимания руководство края и многотысячную армию учащихся начальных классов. 130 тысяч детей получат губернаторские подарки. Каждому достанется набор, в котором больше 40 конфет с глазурью, орехами, сливочным десертом или фруктовыми начинками. Производители уверяют, что все сладости свежие, изготовлены в ноябре. Помимо конфет, в подарок положили и настольную игру. Она, считают сотрудники Минобра, поможет школьникам узнать много интересного о науке и технологиях. Эта тема – символ уходящего года. Татьяна Голубева, «День с толком».